памяти известного зайнского тренера Ильдуса Сунгатуллина каждый год в Зайнске проходит турнир среди юных футболистов. В последнее время его проводят в крытом футбольном манеже, давней исполнившейся мечте зайнских мальчишек и наверняка мечте Ильдуса Сунгатуллина, которого нет с нами уже 6 лет. В течение 3 дней в манеже «Энергия спорта» проходил турнир среди участников 2008 года. На поле соревновались команды из 4 школ, всего 60 футболистов. По итогам соревнований первое место заняла школа номер 2, второе место – команда школы номер 3 и третье место – у команды школы номер 4. Семья тренера Ильдуса Сунгатуллина ежегодно оказывает благотворительную помощь командам. Этот год не стал исключением. Подключились родители футболистов, благотворители. Мальчишки получили в подарок шапки и шарфы с символикой Казанского футбольного клуба «Рубин», статуэтки и медали, которые сейчас передают свое мастерство молодой смене. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Зайнска.